Программа формирования комфортной городской среды создана и реализуется непосредственно по инициативе жителей при поддержке партии «Единая Россия» и общественного движения «Общероссийский народный фронт». Действующий проект – реальный шанс сделать городские территории такими, какими сами жители хотели бы их видеть. Программа по формированию комфортной городской среды долгосрочная, но первые ее плоды жители Славянска на Кубани увидят уже в этом году. В городе Славянске на Кубани уже приступили к капитальному ремонту дворов по программе. В этом году запланировано отремонтировать 8 территорий. Улица Победы 222, улица Красная 17А, улица Ленина 32 и 36, улица Лермонтова 270, 272 и 274, улица Рыночная 153Б, улица Ленина 114, улица Ковтюха 39 и улица Красная 119. Все проекты предварительно прошли общественное обсуждение и ценовую экспертизу. Комиссия, которую возглавляет заместитель главы района по вопросам строительства Тамара Берсенева, еженедельно контролирует ход работ на объектах. Первым в очереди капитальный ремонт двора по улице Ковтюха, 39. Здесь планируется заасфальтировать двор, сделать систему ливнеотведения, а для молодежи установить спортивную площадку. Уже выполнен большой объем подготовительных работ по улице Победы, 222. Расчищена площадь от поросли, демонтированы ветхие временные строения. Параллельно ведутся работы и на всех других дворах, попавших в программу в 2017 году.